«РНЮГАНСнефтегаз» установил очередной рекорд коммерческой скорости бурения горизонтальной скважины. Фактический срок строительства скважины составил 8 суток. Так нефтяники доказали, нет предела совершенству. О том, как недропользователи достигают максимальных показателей, расскажем далее. На производстве нет случайностей. Даже к самым высоким показателям нефтяники готовятся заранее. Касается это и рекорда коммерческой скорости бурения горизонтальной скважины двухколонной конструкции. Достижение действительно значимое. 15 692 метра на станкомесяц. Программа по сокращению цикла строительства горизонтальных скважин реализуется в РНЮГАНСнефтегаз на постоянной основе. Цикл бурения горизонтальных скважин сократился более чем в два раза – до 8-10 суток. С 2015 года удалось поднять коммерческую скорость бурения на 47%. При строительстве данной скважины были применены следующие технологии. Это бурение роторно-управляемой системы с коротажом в процессе бурения, подготовка ствола скважины к спуску комбинированной колонны осуществлялась при помощи обратной проработки. В качестве бурового раствора использовалось буровой раствор на углеводородной основе. Также мы использовали новые современные дизайны буровых долот, которые показывают самые высокие показатели по механической скорости. Из плодотворного взаимодействия талантливых инженеров «ЮГАНСнефтегаза» и эффективных подрядчиков и складывается успех, говорят в управлении технологии инжиниринга бурения «РНЮГАНСнефтегаз». Да и не зря говорят, что на кончике долота и нужно искать нефть. При этом извлечь ее из недр земли становится с каждым годом все сложнее. Именно поэтому в бурении применяются современные технологии. Закупается новое оборудование. Идет постепенное наращивание буровых мощностей предприятия. Сейчас парк буровых станков в эксплуатационном бурении составляет 97 штук. К концу текущего года их будет более 100. К концу 2020 года к нам поступят 5 новых мобильных буровых установок итальянской компании Drillmag, шеф-монтаж на двух из которых уже осуществляется на объектах общества. Дополнительно уже нормой для нас является наличие в составе буровой установки установки мобильной осушки шварма, которая позволяет нам работать на растворе с углеводородной основой. Специалисты РНЮГАНСнефтегаз не останавливаются на достигнутом. На объектах предприятия с начала 2020 года было пробурено около 400 горизонтальных скважин комбинированной конструкции. Кстати, двухколонные горизонтальные скважины используются как на новых площадях, так и на зрелых месторождениях предприятия. Применение новых подходов к организации буровых работ, внедрение современных технологических решений, контроль за ходом процесса непосредственно на кустовой площадке и многое другое дают свой положительный результат. Это как бы подстегивает людей. То есть они прекрасно знают, в какой бригаде добились там высокой коммерческой скорости или там мехскорости в каком-то интервале или большой проход за сутки. Это подстегивает людей. Ну, как говорится, чем их хуже, давайте попробуем, давайте проанализируем, что надо сделать, чтобы там тоже такого же добиться. В дальнейшем нефтяники планируют совершенствовать процессы строительства скважин, чтобы привести РНЮГАНСнефтегаз к новым рекордам. А в будущем, обещают специалисты, такие высокие показатели и вовсе должны стать для предприятия нормой. Эльвира Муслимова, Гузель Тамимдарова, Александр Трушин, 7 канал.